чтобы получить информацию, есть ли у них какие-то либо открытые вакансии. Позиция финансового администратора, подходить по требованиям, рекламируя работы, рекомендовать то, что я буду контактировать касательно, я прилагаю приложение, а можно ли получить дополнительную информацию о, я хочу вас поблагодарить заранее. Я пишу, чтобы трудоустроиться на позицию секретаря, которая указана на вашем веб-сайте. В данный момент я работаю как секретарь в Гордон финансовой службы в Барселоне. Я эту позицию держу в течение 3 лет. Теперь я ищу новое трудоустройство в Италии, так как мой муж был отправлен в Милан, чтобы работать там. Я понимаю, что Корнелия Каретта – это одно из ведущих предоставщиков финансовых услуг в Италии. 6 лет международного опыта в области финансовых услуг позволило мне развить знания и навыки, которые требуются для ключевого игрока финансового рынка, как Корнелия Каретта указывает. Если вы хотите со мной встретиться и обсудить мои навыки и мой опыт, которые могут оказать пользу для вашей компании в будущем, я оценю возможность прийти и лично с вами обсудиться. Искренне ваша, Джейн Нэттл. Способы создания первого позитивного впечатления включают приехать вовремя, одеться в соответствующем бизнес-стиле, улыбаться, вести себя в уверенном, расслабленном способе, демонстрировать, что вы провели некоторое исследование компании, знать, о чем вы говорите, используйте точный, очевидный, позитивный язык. Она предполагает взять зонтик, узнать с собой номер контактного телефона в случае, если вы задержитесь, одеть официальную формальную одежду, зачесать назад длинные волосы, проверить вашу социальную страницу ВКонтакте либо в Фейсбуке, чтобы там не было контента, который может вас понизить в рейтинге, и быть уверенным, что вы выглядите как профессиональный человек. Он на встрече, брошюра о компании, 2 других кандидата проходят интервью. Сделать комплимент насчет офиса, транспорт, погода, сказавший, что он слышал позитивные вещи о компании. Вас высоко рекомендовали. Репетиторы по скайпу. Всегда для ваших лучших пожеланий.